Здравствуйте, дорогие товарищи! Сегодня продолжим играть в Atomic Heart. Как будто бы ожидали чего-то иного. Напомним, мы оказались в некой деревне. Косиуяйс-конюшина. Рядом с Косиуяйс-конюшиной. Которую мы прошли насквозь, посмотрели, что, да как и где. У нас тут еще рядом полигон номер 2, это даже интересно. То есть нам надо попасть на эту вышечку или на эту вышечку, посмотрим. Желательно опустить гриф где-то вот здесь. Вот. И что это за фабрика такая непонятная? Мы обязательно покатаемся, но потом. На данный момент наша цель находится в другом направлении. То есть, если посмотреть по направлению, то она где-то 768 метров. На самом деле не сильно много, километр какой-то. Вот, смотрите, тут этот аэростат. Так, а мы пока посмотрим. Ты собираешься поймать подлеца Петрова, милый? О, да. Угу. Ты знаешь, где он? Не знаю, знать не хочу. Грязный подонок. Он хотел подчинить меня себе. Подлый абьюзер. Подлый кто? Милый, если ты поймаешь этого подонка, отдай его мне. С удовольствием подвешу его и буду любоваться до тех пор, пока его голова не лопнет от избытка крови. Не, не пойдет. Он нужен шефу живым с целой башкой, которую я сам оторву, как только из нее достанут куда отмены. С удовольствием помогу тебе ее оторвать, если попросишь меня. Интересно, интересно. А, наверное, я хотел бы все-таки... Как же все громко, да? Ух. Пока непонятно на самом деле. Стужа, персонаж. Ну давайте я возьму эту хрень. А, то есть все-таки отдельный блок. Это хорошо получилось. Ни хрена не понятно, но очень интересно. Так, мы где-то здесь были. Давайте все-таки посмотрим, что там за... А, ну вот дойдем до этой самой вышечки. Да-да, давай, иди ко мне. Разберемся без свидетелей на заднем дворе. Все просто. А ты боялся. Кстати, надо было
Они у нас еще не заняты. А, что-то много огня у нас. Так. Просто прибили, да? А какой прямо борщик, самоварчик, только мух не хватает. Шахматы. Нет, не работает. Нет, это просто. А, здорово. Приходи. Больно. А, это эти загорелись? А, прикольно. Сам себя сжег, что ли? Молодец. Давай, иди сюда. Голова твоя бестолковая. И моя тоже. Повесть Белкина. Пушкин. Классика. Курица, ядрит Мадрид. Мы где тут шляемся? Шляемся в эту зону пошли, да? Отсюда вот сюда пошли. То есть как-то надо завернуть вот так вот. Зачистка, да? Зачистка. Так, хатничек-то, кстати. Ай. Я хочу попробовать. А, нет, не получилось. А если... Вот так вот. Опа! И вот мы на коне. Ну или на чем-то там. А дымоход у вас не прорублены. Так, вон наш домик. Ах, в России березы шумят.
А, курица. Курица. Хорошо, что этот завалился. Ага. Так сказать, Для выполнения миссии советский чекист имеет право изъять необходимые элементы. Советский гражданин не может скрывать ничего от государства, да? Все это. Ну ладно, им это уже не понадобится, а мне дам. Помоги мне, уже поздно. Вы не сможете нас оживить. Хорошо пошло. Очередная мертвая деревня. Яблочко, вот отсюда комплексы предприятия, преимущественно Павлов, снабжается ресурсами. Через автоматический сортировочный узел на ближайшие фабрики туда отправляют животных для создания нейроплеменов. Иногда наука та еще дичь. Хороший каламбур, майор. Я удивлен. Да иди. Давайте посмотрим. Стоять. Так, это я вывел из строя. Угу. Это я гриф открыл. Чё? Вытирайте ноги перед едой. О, блин, чё-то я засиделся. Пойду отсижусь. Никого нету. О, гриф, кстати.
Это баг. Это баг. Так, да. Теперь уже не Вовчик, а я любитель сортирного юмора. Коровы. Так, нам сюда не нужно, мы отсюда приехали, это там косюясь конюшина. Ух, она мне во снах будет сниться. А вот тут вот что-то такое открыть, то что надо, судя по всему. Но нам нужно в другую сторону деревни. Абсолютно весь. Чтобы открыть, нам нужно... Правильно? Правильно. Попасть на другую сторону. Пастораль. А, не-не-не, не то, я извиняюсь, я не туда. Хотя я гляну, все-таки массовый телекинез. Звучит хорошо. Так, дальше. Ай, да, не то. Па-па-па-па-па. То одно, то другое, как... Кладоразбор. Начинаем с этого. Шестьдесят девяносто, да? Так, нам так много не надо. А вот это бы пригодилось. Вот так вот делаем. Красота, красота. Так. Там маленькая. Вот так вот. Вот так вот. Как говорили классики. Получается все, что... А, нет, не все. Вот это вот надо сюда поставить. Все, что ниже определенной рамочки. И это бы тоже хорошо использовать сразу же. Ну, не сразу же, но со временем. Вот так вот. Где понеслась разборка. Ну, дали какой-нибудь там. Если я сейчас еще поменяю на револьверного типа, я вообще буду мало стрелять. Ну, то есть, буду на точность стрелять, а не на все это самое. А не на все. Так, а что нам не хватает теперь? Да, я готов еще что-нибудь разобрать. Ради науки. Так, ну, например, вот это, сколько она дает разбор. Ну, 4 как раз, по-моему, нет. Сейчас посмотрим. Улучшение, магазин. О, вот, видите, как раз идеальное совпадение, не думаю. Все.
Что у нас тут? Тоже. Магазин, кассетник, экспансивный. Это, кстати, было бы интересно. А давайте. Как ты выглядишь теперь? О, прикольно. Все равно с обоймой, но револьверный тип. Так, экспанс. А давайте. Да. Продолжить. Кассетник, это все понятно. О, как интересно выглядит теперь, да? Забавненько, забавненько. Так, лезвие, стальное лезвие. Это у нас... Да, давайте. Угу. А, стоит, нет. Вот это вот. И вот чуть-чуть не... Останавливает энергию по убийству противника. Окей. А картинка старая осталась. Непорядок. А я все равно по роботам мочу, правильно? Давайте. Да, давайте. Так. Кучность. Урон. И вот не хватает этого. И этого тоже не хватает. Однако. Здравствуйте. Зато может этому хватает теперь. И этому тоже не хватает. И этому тоже не хватает. А вот тут что-то у нас такое, а? Штатные снаряды. Ну, даже не знаю, даже не знаю. Ну, тут тоже нужно, как бы. Из того, что мы увидели, о! Смотрите, вот это вот хорошо, это хорошо. Это должно было поменяться вот на такую картинку, но не поменялось. Недоработочка. Недоработочка. И тут тоже у нас уже поменялась картинка этого. Даже не знаю, доработка, недоработка, но... Если вы уж меняете картинку, то... Так, тут-то все понятно. 61. Ух, какой красавец. Ух, какой красавец. Кругленькой стал, да? А что там за это самое? За тусовка. Нам нужно вот на эту башенку. То есть нам в другую сторону вообще. Крас,
И как этому больному психу Петрову удалось перепрограммировать мирных роботов убивать людей? Как я уже говорил, Виктор Петров талантливый инженер-программист. Почему бы не применить свои таланты на пользу людям? Потому что нельзя. Понимаешь, что это больно? Все это наделал в темном углу, где никого нету. И быть не должно. Башня находится там. Нет, не башня. Ага, вон там где-то башня находится. Это хатка. Может быть, даже здесь был. Был, но не до конца. Так. Силою, данной мне советской властью. Так, двери не открываются. Груша какая-нибудь, а? Вот что это такое, а? За полу. И это что такое? Умер, утонув в кровати. Так, 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 так. Мапа, я нахожусь в почти верном направлении. Почти верном направлении, потому что нужно смотреть в другую сторону. Правильно, вон домик в деревне.
надеюсь, здесь никто не будет нас тревожить. О, так мы ж прямо вот... Я, может, себя могу увидеть, нет? Ну, почти, почти, почти. Это почти у самого предприятия. О, ящик. А там какая-то хрень тоже внутри. И машинка. А я никого не вижу. Или вижу, но непонятно. Там остановили. Синий домик и есть красный домик. В красном домике ты отдыхаешь, в синем домике ты работаешь. Да. Так. Тут прямо какая-то пионерская... Что здесь за... У вас что, праздник? Трактор, все дела. Так, escape. Я веселился. Однажды. Надо здесь перебираться. Курица. Не птица. О. Товарищ. Извините, товарищ, а вы можете подсказать, что меня убито? Не знаю. Роботом очевидно. Это понятно. Я имею в виду конкретно. Чем, куда, как быстро наступила смерть? Мне для отчета. И кому он теперь нужен, ваш отчет? Вы мне это тут прекратите, гражданин. Война войной, а бумаги всегда должны быть в порядке. Я здесь председательствую. Нарушений на дверном мне подведомственном участке не допущу. Раньше надо было не допускать. Не успел. Какой нахрен заяц волк? Свинтус обыкновенный. Вообще не подозрительно. А ты чё такой? Как это на тебя не подействовало? Он же вроде по кругу действует.
Это я как-то жирно начал отстреливать камеры дробашом. Ну да, я же это самое убрал. Воу-воу-воу, что это было? Хренаськи. Налетели тут шакалы. Ну что, нырнем? Нырнем. Давайте. Майор Петри Нечаев. Что-то у нас. Насколько-то вот у нас все массовый телекинез. Давайте прокачивать его, раз я уже взял. Потом сейчас стужа бац и нужна будет. Ладно, хрен с вами, пускай будет. Хотя базовые, чисто для формы. Выберите желаемое действие. Потому что я уже увидел, что этот полимер разбрызгиватель, он, оказывается, внезапно нужен стал. Ух, сколько всякой интересной штуки, которая мне так не нужна. Так, маленьких тут нету. Одна такая, это хорошо. Вот, хорошо. Вот, нормально. Так. А, совпало. Нет, не совпало. 40, 18. Все замечательно. Это сюда же можно положить. Сюда. И сейчас будем заниматься разбором полетов. А вот это положим сюда. И это сюда. Это нам пригодится завсегда. Так. Вот как-то так. Понеслась. Разбор. Этот полностью. А тут есть какие-нибудь, кстати, электрокинетический приклад, но его нужно найти для начала. Тут тоже всякую интересную штуку можно найти. Окей, а тут? Это интересно. О, кстати, вот это надо. Ну, давайте. Да, давайте. Обидно. Как ты теперь выглядишь? Ну, не то чтобы сильно отличался. Но, тем не менее. Так, тебя проапгрейдить можно? Полимерно сплавную. Да, можно. А это нельзя уже. Тут у нас все прокачано. Тут, кстати, да, это мы выбрали. Это мы выбрали. По органике, да. Базовая рукоятка.
уже надо будет выбирать либо органика, либо еще что-нибудь. Так, 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 ну, ты показывай. О, хорошо, хорошо. На 9 нужно таки заехать. Может быть, все-таки есть эта фигня. О, штатные заряды. А может, мне на ловушку сделать? Черт его знает. Так, ну что, из того, что я надел тут... Я смотрю, рельсотрон может захерачить. Доминатор, кстати, вот, готовый. Почти что. Хитрая пила. Я не пила я, да? Да нет, не пила я. Давайте создадим. Отправлено на склад. Доступ разрешен. И это у нас есть, это у нас есть, паштет у нас есть. Звездочка. А, нет, подожди, паштет у нас есть. Складоразбор. А, да, кстати, у нас это, вот это вот все есть. Лиса. Алиса. Так, хорошо. Да. Создание. Давайте создадим. Доминатор. А, нет, подожди, доминатор я уже создал, правильно? Нам вот это вот интересно создать. И дальше у нас только рельсотрон остался. Да, складоразбор. Как-то так. Это тоже три слота занимает, это вертикальный слот занимает. Ну, потом посмотрим, что где что. Так, хорошо. Все, супер. Сохраняемся. И пошли на полигон. Полигон, полигон, полигон. Номер 2. Тепловизор для калаша. О, прикольно. Снежок что-то там. КС-23, ПМ. Интересно. Сейчас увидим, узнаем. Мы поедем, мы помчимся. На оленях утром ранним. И на лифте бело-водородном. Ну, почему здесь написано водород? Непонятно. Это для меня до сих пор загадка белого лифта. И что солнце здесь отражается. Ха-ха. РТХ бы тебе. Как бы я ни относился к тому, что это что-то из разряда фишечки непосредственно NVIDIA, которая там... Ну, продвигает собственную технологию, становясь монополистом на этом поприще. Но то, что у нее есть определенные успехи, и эти успехи действительно работают. Гражданский полигон. Новое вооружение. Именно. Я думал, предприятие 3826. История все больше про гражданские разработки, покорение космоса и улучшение урожайности пшеницы. Это сложный момент. Подумайте вот над чем. Предприятие – это вотчина академика Сеченова, где в равной мере присутствуют разработки новейших переносных телефонов, взрывоносных яблонь и летального оружия. Ты куда клонишь? Может быть, ваш шеф не такой уж и миссия? Динамик ты прикроешь, много лишнего болтаешь. Эй, ты! Это я промазал.
Я чую руку Михалыча. Но что она здесь делает? Что это за темная лошадка без ноги? Так. Так, стул. Вы бы какой-то индикатор бы показали, что вот, что мол можно взять и фигакнуть. А то непонятно, ты просто держишь и все. Окей. Так, я еще раз сохранюсь. Чтобы не лутаться, если что. Цвет далеких. Какой интересный эффект. Блин, я себе весь путь заплевал. А, не, нормально. Снова какой-то хаосик. Диджей Групп, да? Советский гражданин из будущего. Полноразмерные антропоморфные испытательные приборы «Кукла» R9 созданы для изучения последствий различных столкновений и травм, которые в экспериментальных условиях могут быть причинены живому человеческому организму. «Кукла» — это не просто копия человеческого тела. Это сложное полимерное устройство со множеством электронных датчиков, подключенных к центрам сбора инфографики. Датчики позволяют досконально фиксировать процессы, происходящие с манекеном во время потенциально опасных для жизни испытаний. Интересно. О, отъехала. Эй. Вы это видели? Что за фигня? Чё за фигня? Какая-то разница есть? Открыто, закрыто. А почему здесь вот эта вот хрень крутится, вертится? Дверка я вижу здесь. Так, давайте посмотрим. Посмотрим.
Загадочка уже пошла интересная. Что бы это должно было значить? А, я понял, надо присмотреться туда. Так. Как-то многовато этих самых. Не в ту сторону крутишься, не в ту. Так. От того, что ты крутишься, что может меняться? Ладно. Ай-яй-яй. От того, что ты крутишься, что может меняться? Шкаф может поменяться. Все понятно. Ай, не туда. Поторопись-ка. А если покрутить, то что будет? Какая херня. Ага. Ох, и не говори. Лутягин, здорово. Я тебя ждал, верил. Чё дашь? ПМ электромагнитный поляризатор. А, прикольно. А, действительно, крутящиеся моменты. Да, фигня. Фигня, 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 фигня. Что это у нас здесь? Лут. Вот, присосался. Присосался. Что здесь творится? Я не знаю, кто здесь существовал, но он меня пугает. Так. Живешь ты, живешь, работаешь с человеком, а потом раз, и он такой, вот, начинает заниматься такой херостопиной. Дальше я пройти не могу, потому что потому. А было бы интересно, между прочим. Интересно есть, ничего не видно, значит все нормально. Идем дальше. Советскими и мировыми учеными доказано, что за время существования нашей планеты
северные и южные магнитные полюса не раз менялись местами. Теоретически, это может произойти и в наше время, причем в любой момент. Однако последствия подобного природного катаклизма предсказать сложно. Именно поэтому на полигоне номер 2 ученые скрупулезно восстанавливают в мельчайших деталях картину событий давно ушедших веков. Что было на планете при последнем перевороте полюсов, а именно 42 тысячи лет назад. Нифига себе. Так это ж не так работает. Но все равно весело. Весело. Ага. То есть там как-то скорее... Так. Собрались. Понятно. Так. Хоба. Полетели. Хоба. Я чувствую себя как в портале. Паркур. Паркур. Ладно, полезли паркурить. Я могу так сделать? Что произойдет? Ничего хорошего. Ага. О. Зачем мне эта штука посередине надо? Нужна была. Ага, сейчас оно закроется, и тогда хрен ты попадешь туда. Правильно? А, нет. Ой, ай, блин, нет, это была плохая идея. Это была очень плохая идея. Да. Смотрите, какая красота, да, как... Ну тут прямо физика учитывается. Теоретически можно было там прыгнуть и все дела. Ну или там. Никто ж не запрещает. Что приятно. То есть нам надо сюда скорее. А потом уже куда-нибудь. Это в стену. А потом так. А, нет, это уже другая зона. А потом так в тию. А, хорошо так. Так, куда ты провод идешь или там. О! Красота. А куда можно спуститься? Куда-то можно спуститься. О. Ой. Это было забавно. Вот это вот, по-моему, херня. Потому что же у нас было это идея того, что, блин, надо было сохраниться все-таки, надо было сохраниться, я не это самое. Эх. Надо было сохраниться. Ты такой живешь и не ожидаешь от полигона никакой подлянки, а оно вот так вот. А оно вот так вот тебя, да?
Но нет. Никаких бонусов от того, что ты здесь пропрыгал, у тебя не будет. А потенциально можно было, правда? Да. Потанцевально. Ладно, пойдем. Да. Пойдем. Советскими и мировыми учеными доказано, что за время существования нашей планеты северные и южные магнитные полюса не раз менялись местами. Теоретически, это может произойти и в наше время, причем в любой момент. Однако последствия подобного природного можно было просто туда взять. Именно поэтому на полигоне номер 2 ученые скрупулезно восстанавливают в мельчайших деталях картину событий давно ушедших веков. Что было на планете при последнем перевороте полюсов, а именно 42 тысячи лет назад? А кнопка? А кнопка там. Да, печалька. Порвал меня на эти самые, на трусы. Так, нам надо попасть. Что-то надо сделать, а туда... А зачем вот эта хрень выдвинулась? И почему я так негативно относился к этому опыту? Потому что есть такой момент, что у нас была стенка с лазерами, и мы как раз получали улучшение для того, чтобы проникнуть сквозь. Чтобы проникать сквозь эти лазеры, куда только нам хочется. То есть вы хотите еще раз сказать, что... Ну да, паркур здесь так. Специфически. Но это не отменяет того, что в целом оно же прикольное. А что нужно делать? А нам туда нужно выехать, правильно? Я пока не понимаю. Ой. Прыжок веры, блядь. Да, вот она сама. А, подожди, может, там нужно? Вот она как, Михалыч. Так. Значит, нам нужно. Раз опустить. Два опустить. А, нет, здесь так не получится, к сожалению. День рождения. Нет, тут нормально все. Вот это вот, правда, я не понял, почему. Ну, я уже рассказал, почему. Почему я не понял, почему. Ведь странно же, правильно? Так. Так, не сметь! Но он посмел. Потому что советскому офицеру все дозволено. Хоть стоять, хоть падать. Да ёб твою налево. Ах ты ж какое все
не настроенная. Ну, не аркада, конечно же, но тем не менее. Что тут можно сделать, интересно? Ага, вот так вот, вот так вот. Ага, нет, не так вот. Вот так вот. Ух. И вот так вот. Мы поедем, мы помчимся на оленях в канализацию. Не, это не канализация, это воздухопровод, да? К верхней. Чую, мне надо будет еще раз проходить на предприятие номер 5. Ощущение, как будто именно там находилась вторая часть. Лутягин, здорово! Что мы нашли? Экспансивный преобразователь для... Так, а вот. Понял, нам нужно тут открыть. Ух. На Земле человек точно знает, где верх, а где низ. Но что делать, если привычная сила тяжести исчезает? Человек оказывается в невесомости. Конечно, для организма это огромное испытание. Но что, если мы сможем адаптироваться к отсутствию гравитации? Именно для этого создан данный цех. Исследовать возможность комфортной повседневной жизни в условиях, непривычных человеческому телу. Советский человек обязательно приспособится к любому новому способу жизни. Ведь на его стороне наука. Наука на службе народу. Понятно, теоретически там нужно. Но здесь... Для спидрана. И так хорошо. А нам точно сюда? Ощущение, что все-таки нет. Эй, ладно. Ага, ботичка. Нам надо туда попасть. Как нам попасть туда? Я, по-моему, понял. Да. Ау.
Ни хрена себе. Божище. Ну ладно, это такой специфический. Но тем не менее, это было интересное. Объект с коллизией, вроде как бы без нее. Сейчас посмотрим, что там дальше есть. Чую Лутягина. Здорово, мужик. Я знаю, что не можешь, ты просто робот. Ты не можешь сочинить симфонию и все дела. Давайте посмотрим, что у нас есть. Оружие. Выберите желаемое действие. Эх, так. 33. Это же на ботах там. Авторизация. Попробуем, давай. Складоразбор. Склад. Вот так вот. Пум-пум. Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Я лучше кассету это возьму. Так, 6, правильно. 70, это тоже нам не нужно. Тогда сделаем вот так вот. Таким вот образом. Хопа, хопа. Вот целый склад этих самых. Теперь все на разбор. Что это нам дало? Так, этот полностью закомплектованный. Этот кассетник нужен. Полностью. Хотя, подожди, что там у нас дал? Электромагниты. Да, это для этих самых теперь. Хотя на роботах хорошо получалось. Коллиматор, да, все правильно. Тоже у нас. Пока непонятно. Так. Да. Ладно, пойдемте наружу, посмотрим, куда нас вынесет. Потому что явно мы не в том месте, где начинали. Вот эта вот штучка, интересно, так катается. По-моему, это баг все-таки, что-то мне кажется. Так она забавненько так крутится. У меня наделочка. Тут нету движущихся частей, тут тоже нету движущихся частей, хотя надо бы вот это дополнительно, чтобы еще электричеством шмякало.
Я б тебя тоже... Да подожди ты, блин. Куда нас вынесло? Хренаськи, подводная лодка. Ты ж где мы находимся-то? Сейчас, подождите. А этому холод поставим лучше. Чтобы товарищи противники замерзали и цепенели при виде меня. Ух, как нас вынесло. Но я бы, наверное, все-таки сюда зашел, камеру бы отключил и прошелся до избушечек. Наверное, я так сейчас прямо и сделаю, вы уж не обессудьте. Как тебе это вынесло сюда? Какими... Типа полимерная хрень. Я смотрю в ту сторону, а надо смотреть в обратную. Смотрите, у нас тем более там домик. И машинка в кустах. Гриф, гриф, гриф. Ты не смотри сюда, ты смотри туда. Слона. Да. Так. Домик у нас там. Шарик у нас тут. Так. Так, 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 вон там подлодка. Где гриф? Гриф у нас с этой стороны. Правда? Неправда? Я должен смотреть на него где-то. Кроме того, что он здесь. Так, нет, мне немножко не это нужно. Станция, как тебя отключить-то? Подожди, я хочу разобраться, понять, где ты тут на местности вообще. По правую сторону и там где-то. Где? Ага, а я смотрю в совершенно другую сторону, то есть где-то здесь, походу за гербом. Какие-то домики несуразные, скорее всего не рабочие. Так, ладно. За гербом, говорите, да? За гербом. Нет, нельзя спрыгнуть. Я как мелкий хулиган. Ты принял неправильное решение, майор. Не трогай меня. Очень даже правильное, предатель. Ты ответишь за всех, кого убил. Да, ты
прежде всех, кого идиот! Это ты сейчас своими действиями собираешься убить миллионы людей по всему миру, а остальных сделать рабами. В отличие от тебя, я пока еще никого не убил. Ты просто безмозглый цепной пес. Тупой исполнитель. У тебя не хватает мозгов понять даже очевидное. Но нет! Нет! Я не сдамся! Вам меня не убить! Теперь я здесь правлю бал. Это мое представление. Эмоциональное состояние Петрова вызывает у меня сомнения в стабильности его психики. Да на... У меня есть такое ощущение, что игра повисла напрочь. Это первый раз, когда такое случилось. Но крайне забавно. Видимо, действительно пора заканчивать. В общем, на этой благосклонной ноте спасибо за то, что вы были с нами. Ну, со мной. И если вам понравилось, лайки, комменты, шары, подписки и донаты, если у вас есть такая возможность. Короче, все, что в ваших силах. А на сегодня адьёс, товарищи, и увидимся в другой раз в этой или в какой-нибудь другой игре. Спасибо за то, что были с нами. Пока!